Ликопин представляет собой жирорастворимый ненасыщенный каротиноид, содержащийся во фруктах и овощах красного цвета, включая помидоры, арбуз, папайю, красный грейпфрут и гуаву. Фармакологические эффекты ликопина включают антиатеросклеротическое, антиоксидантное, противовоспалительное, антигипертензивное, кардиопротекторное, антиагрегатное, антиатерогенное и антиапоптотическое и улучшение функции эндотелия. В нескольких исследованиях диета, обогащенная томатами, могла значительно снизить артериальное давление у мужчин и женщин с избыточным весом, здоровых мужчин, получавших жирную пищу, и людей, страдающих неконтролируемой гипертонией. Однако есть сообщения, показывающие, что экстракт томата не способен снижать высокое кровяное давление. Сердечно-сосудистые осложнения, такие как эндотелиальная дисфункция, ремоделирование сердца, изменение почек и окислительный стресс, связаны с гипертонией. И эти осложнения ухудшаются с возрастом. Наблюдалось эффективное снижение систолического артериального давления, как у молодых, так и у старых крыс. Лечение ликопином также улучшило связанные с возрастом вредные изменения у крыс с гипертонией, такие как ремоделирование сердца и почек и оксидантно-антиоксидантный дисбаланс. Более того, ликопин подавляет активность ангиотензин-превращающего фермента и ослабляет вызванный ангиотензином-2 окислительный стресс. Сочетание томатного экстракта с низкими дозами ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, блокаторами кальциевых каналов или их сочетание с низкими дозами диуретиков в течение 6 недель снижало артериальное давление более чем на 10 мм ртутного столба систолическое и более чем на 5 мм ртутного столба диастолическое артериальное давление. Кроме того, ликопин уменьшал сосудистые супероксидные анионы и перекисное окисление липидов, а также модифицировал активность антиоксидантных ферментов и нарушенную ангиотензином-2 систему.